Разработчики игрушки с говорящим названием Hungry Fish предлагают вам, как ни странно, побывать в роли маленькой рыбки, которая задала целью подняться на самый верх пищевой цепочки. Для этого вам необходимо закусывать маленькими рыбками и подальше уплывать от больших рыб, чтобы ненароком не стать их обедом. Игра разделена на 36 уровней, в которых вам предстоит вначале накормить своего героя маленькими рыбешками-рачками, а потом попробовать справиться с различными заданиями, придуманными разработчиками. Например, вам необходимо найти несколько определенных видов морских обитателей за некоторое время, стараясь при этом не стать обедом старших жителей морских глубин. Для управления прожорливой рыбешкой вам необходимо просто указывать направление движения с помощью тапов или длинных свайпов. К сожалению, Hungry Fish не сможет порадовать игроков красивой графикой или интересным звуковым сопровождением. Но положение спасает довольно динамичный, по-своему увлекательный геймплей, который разработчики разнообразили всевозможными заданиями. У разработчиков Hungry Fish получилась довольно интересная игра, которая к тому же доступна в маркете совершенно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.